Так, ну что ж, ребята, вот я приехал на кладбище. Сейчас попытаюсь найти место. Заросла вообще конкретно. Нашел. Нашел.
Как ни странно, но нашел я ее сразу. Мая 1985 года. Эх, тряпочку принести, попротереть все это дело. Место, где ни разу внучка-то не была. А, ну только в день похорон. Печально. А этих деревьев не было. Ни одного. Сюда бы, конечно, с ножовкой приехать. И удалить его. Вот еще могила. Про нее вообще уже забыли. И тут таких тысячи. Просто не кладбище стало, а помойка. Здесь же тоже люди захороненные были. Поэтому нас вот так вот с краешку и определили.
Зато наверху вода не мочит. Ладно, мамуль, до свидания. Я обязательно еще раз приеду. Постараюсь здесь чисто-чисто убрать. Слава богу, не забыл, нашел. И то долго искал. Все. Всегда помню о тебе. Ну. Печально, печально это все. Очень. Ходит сюда кто-то. Ходит. Только вот как-то мы не через это заезжали, а вот тут вот. С дороги. Мне что-то казалось, что здесь. Вот этот крест всегда помню. Всегда здесь стоял. Уже непонятно, кто это. Ну а что, оно старое кладбище. Хотя он 2004 год. Восьмидесятый, 90-й. 96-й, 2003-й. Ладно. Хоть теперь знаю, где это. Уже точно знаю. Если раньше какие-то сомнения были, то теперь их нету.